Скачивайте и устанавливайте программное обеспечение PRISM только с официальных ресурсов prism.space. Выбираем GitHub. Нажимаем на ссылку Online Wallet v1.3. Выбираем язык вашей страны. Нажимаем «Регистрация». Открылось окно с генерацией приватного ключа. Чтобы повысить безопасность приватного ключа, добавьте 16 случайных символов в случайных местах на латинице от А до Z большими и маленькими буквами. Также вы можете полностью удалить сгенерированные слова и придумать весь ключ самостоятельно. В этом случае необходимо ввести не менее 113 символов на латинице. Ключ сгенерирован. Нажимаем на кнопку «Скопировать». Создаем текстовый документ. Вставляем в него скопированную парольную фразу. Для безопасности дублируем приватный ключ несколько раз. Теперь сохраняем документ. Копируем приватный ключ с текстового документа. Это нужно сделать обязательно. Заходим в браузер, нажимаем «Войти», вставляем скопированную с текстового документа парольную фразу. Это ключ от входа в ваш личный кошелек. Нажимаем «Войти в кошелек». Это внутренний интерфейс кошелька. Поздравляю вас! Вы создали свой личный кошелек PRISM. Вы не вводили свои личные данные. Вы не авторизировали кошелек через электронную почту. Вы не подтверждали свой телефон. Вывод. Кошелек 100% анонимный. Это публичный адрес вашего кошелька в блокчейне PRISM. Каждый может увидеть этот адрес, но никто не сможет доказать, что адрес этого кошелька принадлежит именно вам. Нажимаем на адрес от вашего кошелька. Вышли публичные реквизиты от вашего кошелька. QR-код для перевода монет на ваш кошелек. Ниже адрес и публичный ключ. Копируем их, вставляем в текстовый документ. Делаем фото этого документа, распечатываем на личном принтере и переносим все данные с этого документа на вашу флешку. Внимание! Парольная фраза будет храниться только на вашем текстовом документе и на вашей флешке. Этот ключ от вашего кошелька не сохраняется больше нигде. Парольную фразу нельзя изменить и нельзя восстановить при потере флешки. Потеряете парольную фразу, вы не выведете монеты с вашего кошелька. Нет доверительного управления вашими монетами. Между вами и вашим кошельком нет посредника. Никто не может отправить с вашего кошелька монеты, кроме вас. Вы и только вы хозяин своих монет. Вы и только вы владелец этого пароля. Вы и только вы владелец этого кошелька, от которого парольная фраза «У вас и только у вас». Теперь вы можете пользоваться своим кошельком, совершать и принимать транзакции, генерировать новые монеты в своем кошельке. Внизу в кошельке есть несколько кнопок. Данные о кошельке, кнопка «Светлый и темный экран», кнопка для отправки монет клиенту по сканированию его QR-кода, вывод монет с кошелька на реквизиты клиента. Вверху, нажав вот на этот глазик, можно увидеть приватные данные о своем кошельке, которые никому нельзя показывать. Их вы можете просмотреть и распечатать только тогда, когда входите в кошелек по своей приватной фразе. Перейдите в репозиторий prism.space, выберите ссылку для загрузки клиента, загрузите установочный файл кошелька для вашей операционной системы и установите программное обеспечение PRISM Wallet. Это самый безопасный способ управлять своими монетами с вашего персонального компьютера. Установите PRISM Core на свой компьютер и начните форжить. Подробнее на официальном сайте prism.space. Ian Prism Forging.